В Баку наградили журналистов за профессиональное и объективное освещение российско-азербайджанских отношений. Почетные грамоты представителям СМИ вручил временно поверенный в делах России в Азербайджане Олег Мурашов. Всего отметили работу журналистов 7 средств массовой информации, в том числе и нашего коллегу, директора азербайджанского представительства телерадиокомпании «Мир» Ильгара Пашазаде. Я искренне желаю вам новых успехов. И искренне желаю, чтобы, во-первых, это была не последняя награда, а у телерадиокомпании было еще больше зрителей, и в Азербайджане в том числе. Отрадно отметить, что представители посольства Российской Федерации в Азербайджане много раз награждали сотрудников национального представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Азербайджане почетными грамотами, что является ярким свидетельством и признанием заслуг телерадиокомпании «Мир» в деле укрепления дружественных отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.